компания Andy Group основана в 2010 году и все это время успешно работает на рынке поставок качественного оборудования и запасных частей предприятиям железнодорожной отрасли. Однако компания не стоит на месте. Сейчас Andy Group развивает новые направления деятельности, одно из которых – светотехника. В нашем штате работает большая команда конструкторов, изобретателей, которые уже имеют большой опыт именно в производстве, разработке различных светотехнических систем. И одна из последних разработок, которую мы патентуем, продолжаем патентование, и уже запатентована в России, в Европе, в США, это разработка рассеянный отраженный свет. Уникальность такого света заключается в том, что он создает комфортную среду в любом помещении. В основу предполагаемой системы освещения положен наиболее прогрессивный принцип равномерного бестеневого рассеянного света, отраженного от потолка и стен, что при повышенной освещенности обеспечивает комфортное восприятие и способствует снижению утомляемости человека. Сегодня понятие комфортной среды уже прочно вошло в нашу жизнь, потому что уже всех утомили вот эти светодиодные светильники, которые лупят в глаза, от которых всегда приходится щуриться, и всем хочется уже почувствовать, ну, скажем так, реальный дневной свет у себя в помещении. И наши светильники решают именно эту задачу. Нашим светильникам практически нет конкуренции именно по соотношению цена-качество, потому что то, что можно быть сопоставимым по качеству, будет стоить существенно дороже. То есть есть модели иностранных брендов, которые уже сейчас, скажем так, убегают с нашего рынка. Вот. Но, тем не менее, то есть то, что они предлагают, примерно с тем же самым качеством, оно стоит неизмеримо дороже. В штате компании работает большая команда конструкторов и изобретателей. На собственном опытном производстве собираются и тестируются новые модели светильников. В нашей фирме работает ряд людей, в том числе и я, которые раньше занимались освещением очень важных объектов на такой фирме, как ВИСКМ. Это очень знаменитая в свое время была фирма. И мы делали светильники как таковые. Мы обслуживали театры, метро, банки. Первый там объект «Поклонная гора» и так далее, и так далее. Но мы делали светильники. Сейчас мы занимаемся совсем другим. И я считаю, что это Бог нам дал возможность такой разработки, которую мы сделали, которая дает совершенно другое представление о свете. Это новая разработка, которую мы усовершенствовали, которой мы сейчас занимаемся. Она вот для меня, например, которая очень много лет занимается светом, самой удивительно, потому что мы получили удивительные результаты. Мы всегда знали, что свет – это такая величина, которая лечит, которая создает настроение, и которая повышает производительность труда, это известно всем светотехникам, причем повышает производительность труда буквально на 40%. Чем выше освещенность, тем выше производительность труда. Это всем известно светотехникам и также, возможно, известно многим потребителям. Например, когда свет довольно высокий по своей освещенности, такой же, вот как вы видите за моей спиной, там где-то порядка 1000-1500 люкс, 2000 люкс, то дети, например, читают на 36%, это, ну, я говорю по литературным данным, на 36% быстрее. Мало того, работники, их производительность труда увеличивается на 25-40%, если вы увеличиваете освещенность. Эти вещи давным-давно известны, они изложены в многочисленной литературе, например, в справочнике по светотехнике за 1988 год. И там все данные 84-го, 86-го и так далее годов, которые говорят об этом. Мы создаем комфортное освещение в домах людей.
И люди отвечают нам благодарностью, потому что очень много клиентов приходит именно уже как по сарафанному радио. То есть когда люди видят реально свет у других людей, даже вот в помещениях, в офисных центрах и так далее. У нас основное направление деятельности – это производство запасных частей железнодорожного транспорта, в том числе для тормозных систем, которые, как вы сами понимаете, достаточно ответственны. И у нас нашу продукцию принимают специалисты РЖД, которые выполняют функцию АТК, отдела технического контроля, фактически, со стороны заказчика. Вот. И, скажем так, свидетельство о том, что действительно мы производим качественный свет, то есть мы не побоялись поставить этот свет в офисные помещения вот этих вот инспекторских центров, которые сейчас в течение уже, допустим, уже более полутора лет используют этот свет. И каждый раз, когда мы проводим какие-либо совещания или когда я просто появляюсь у них в офисе, все сотрудники говорят небольшое спасибо за тот свет, который мы сделали у них в помещениях. Мы даем гарантию 5 лет, но реально светильники будут работать от 10 до 15 лет без всяких нареканий. В рамках концепции «Свет здоровья» компания разрабатывает осветительные проекты различной сложности. В качестве одного из примеров по применению нашего освещения можно показать одну из последних работ, которую проводили наши специалисты. Это частный жилой дом, в котором, ну, скажем так, наши дизайнеры, которые с нами работают, пригласили сделать одно маленькое помещение, коридорчик. Вот. Но когда, скажем так, хозяева этого особняка увидели качество света, то они сказали, сделайте все, что можете сделать. Причем, учитывая, что у них уже был сделан ремонт, то есть наши специалисты делали только то, что, ну, скажем так, что можно было, не повреждая уже сделанный там высококачественный ремонт. И поэтому можно показать, ну, вот различные примеры того, как наше освещение, ну, изменяет интерьер. Вот, допустим, в данном случае это то же освещение, которое было запроектировано, вы видите. Вот уже освещение, которое мы сделали, включая, видите, то освещение тоже включено. Наше освещение позволяет создать бестеневой свет. То есть у вас даже под столами будет светло, то есть под стульями, когда, хотя, казалось бы, свет находится наверху и светит сверху, как будто бы отражается. Но за счет того, что идет отражение от всех поверхностей, то есть как бы луч скользит по всем поверхностям и, отражаясь, заполняет все пространство вокруг. Качество освещения рабочего места – очень важный вопрос для любой организации, потому что это напрямую влияет на работоспособность сотрудников, на эффективность и, соответственно, на прибыль компании. Кроме, естественно, самого важного вопроса – это здоровье сотрудников. Наша продукция, наш отраженный свет и светильники помогают организовать качественно освещение рабочих мест сотрудников. В данном случае можете посмотреть, вот установлен у нашего сотрудника светильник нашей компании, и освещение на рабочем месте как раз получается где-то порядка 1000 люкс. При всем при этом освещение создается качественное, мягкое, бестеневое, нету ярких пятен на оргтехнике, нету отсветов, нет бликов на поверхностях, и это очень хорошо сказывается на глазах, нет повышенной утомляемости глаз. Освещение можно организовать практически в любом помещении. Важная вещь – это потолки, потому что это отраженный свет, структура потолков. Но наши инженера, наши светотехники могут посчитать и сделать план развеса светильников, подобрать нужные светильники разных модификаций, и чтобы добиться оптимального освещения. Ну, для примера, скажем так, светильники, сделанные по этой технологии в Большом театре, работают уже больше 12 лет, там стоит 7 тысяч светильников, которые за эти 12 лет ни один светильник не вышел из строя. Поэтому, конечно, главный инженер Большого театра и вообще сотрудник Большого театра, они постоянно обращаются к нам для решения тех или иных задач, и мы постепенно идем шаг за шагом, меняем освещение в Большом театре.
А здесь у нас находится лаборатория, где наши ученые физики изобретают новый источник света. В этих стенах физики, которые работают в компании Andi Group, занимаются нановолнами. Наш коллектив занимается новейшими разработками. Мы думали долго, как же это получалось раньше, но никто не мог объяснить, но мы в итоге объяснили то, что источником энергии может быть даже металл. Вот это, конечно, сложно себе представить, но в металле есть облако свободных электронов, которые связывают атомы. Вот. Мы научились менять скорость их движения простыми способами, энергоэффективными, мало на это тратя энергии, и извлекаем электромагнитное излучение. Мы работаем со светом уже порядка 10 или даже более лет. Так, начинали с него, ну, собственно говоря, как и написано, да, в Библии, помните, и сказал Бог, да будет свет. Вот мы с этого и начали. Вот. Использовали существующие в практике, так сказать, решения на основе таких маленьких кинескопов, на основе радиоламп. То есть проводили много экспериментов. У нас десятки различных образцов есть, проработки, так сказать, технологии. Она, что я могу сказать, она показывает, конечно, потрясающие результаты. Поэтому мы эту технологию как использовали, как разрабатывали, так, ну, это вскрытый кинескоп, так сказать, проводили эксперименты. Она как показывала, так и показывает потрясающие результаты. То есть на сегодняшний день мы стоим на пороге создания источника света экономичнее. Ну, не буду, так сказать, забегать вперед, но в несколько раз, до 10 раз экономичнее светодиода. Вот, это, конечно, потрясающий результат, потому что теоретический предел существующего на сегодняшний день светодиодных светильников – это 360 люмен на ватт эффективность. То, что сейчас используется в практике, широко уже используется, это 220 люмен на ватт. Вот. Мы говорим, что наш источник света начнет свою работу с 400 люмен на ватт, да, и, соответственно, может быть доведен до 1000 и выше. Вот. Благодаря использованию нашего излучения, собственно говоря, хоть это и не электричество, но на базе созданных нами генераторов, создаваемых по сегодняшний день, у нас тут много всяких образцов, можете, так сказать, убедиться. Вот. Мы способны сделать источник для получения света и знаем, как это сделать. У нас все для этого готово. Технология, которая здесь испытывается, подобна лазеру. Отсюда и название «Назер» – «Нанолазер». Создание нового источника света принесет большой рывок в развитии многочисленных отраслей экономики. Например, в тепличном хозяйстве, где свет используется круглые сутки. Такое изобретение позволит снизить затраты на электроэнергию, а соответственно и себестоимость конечной продукции. Диапазон применения Назера очень широк. Это и получение плазмы для плавки металлов, и производство медицинских препаратов. А здесь у нас находится отдел инновационного оборудования, в котором, в частности, представлено, как и наш новый свет, о котором мы сегодня рассказываем, так и солнечные коллекторы. Это, скажем так, это одно из наших направлений тоже деятельности. Это под контролем наших технических специалистов в Китае под нашей торговой маркой производятся солнечные коллектора. То есть наши специалисты технически контролируют качество продукции, благодаря чему уже больше 10 лет это оборудование пользуется большим спросом именно из-за своего качества. Потому что люди, покупая его, знают, что оно будет работать многие годы и без всяких сбоев. Большим достижением производственной компании Andi Group можно считать то, что она занимается популяризацией энергосберегающих технологий, предлагая самые экономически выгодные, самые инновационные и экологичные методы использования энергии.